кавказские минеральные воды. Что это такие? Пристегните ремни, подлетаем к кавказским минеральным водам. Посадка через 5 минут. Что это такие? Вот, Стефан, вон там, видишь, вон, вот эта гора, вон потом две. Вот на первой я была там на вершине. Ой. Первая это Машук, да? Машук вон та. Вторая. Вон та Машук. А, вон та. Да. А, ну, да. А это Пештау. Да, это получается Пятигорск. Пятигорск там, да? А здесь минеральные воды, туда дальше Железноводск. Там, Пештау, я знаю, мы поднимались с одного города и опустились потом в другой город. Если там вместе. О, смотри, самолет взлетает. О, Штефан, смотри. С аэропорта минеральные воды. Вот самолет, видишь? Ой, что это такое? Здесь аэропорт международный. Я вижу. Сейчас развернется, куда ему надо. Когда к минводам подлетаешь на самолете, вот это все округу, вот это все, все как на ладони видно в радиусе 50 километров. Воды прямо, Пятигорск направо, Зеленокумск на кольце налево. Нам на Георгиевск. Сзади голосок подал. Что хочешь? По-русски научился теперь, деловой, да? Я не деловой. Так. Заправка Роснефть. Дизельное топливо 44,90. Мы тоже на Роснефти заправляли. Да. Чего-то было 46 чем-то. Ну там простой дизель стоит 44. Не, вот здесь евро, сейчас... евро тоже 46. Я видел там 38 было.
поезда. Когда ехали, просто с той стороны я не видел.